Значит, данная линия предназначена для работы двух человек на ней. Состоит из мукопросеивателя, дозатора муки и устройства тряски. Как это происходит? Бумажный пакет устанавливается на платформу, нажимается педаль. В данном случае доза задана 2 килограмма. Происходит набор дозы. То есть набор дозы произошел. Оператор снимает бумажный пакет, устанавливает на вибро стол упряжки. Он утрясывается. Далее на склейщик заправляется, нажимается педаль склейки. Проходит пакетик через устройство нанесения клеевой полосы и накатка происходит для сгибания пакета. Затем вручную происходит 2 заворота по клеевой полосе и переворот уже на устройство групповой упаковки. То есть его здесь нет. То есть вот таким образом работает данная машина. Сюда заливается клей. Клей обычно делается из муки или крахмала, заваривается. Вот. И за счет потом открывается кран, подается на шарики, как на ручку. То есть регулировка режима осуществляется барашками. И вот видно, что вот эти шарики там пластиковые, они нажимаются и наносят клеевую полосу.